По апрельской программе у нас вот такой классный кондитер. Его размеры 45, 19, 15. Чем он такой замечательный? Во-первых, объем очень хороший. То есть, в принципе, и для небольшого количества там, гостей, домочадцев, куличики сложить, принести, там, не знаю, осветить или в гости с чем-то пойти. Да? Во-вторых, что еще? Может использоваться и так, как поднос, такой пьедестал, да, и вот так, как поднос. Вы можете даже дома как поднос использовать, да. Что-то сюда положить, нарезочкой, куличики, все красиво украсить. Аккуратно закрыли крышкой, все у вас, все это аккуратно. И что мне еще нравится всегда в наших кондитерах, задвигаем, как сказать, блокираторы, да, и вы можете перенести. То есть абсолютно надежно, крепко все это держится. Ну и всегда это вот стильно, красиво, современно. Полупрозрачный, но в то же время такие вот дизайнерские полосочки, то есть очень такой хороший, удобный кондитер.